ВСУ на юге Украины за день ликвидировали 122 оккупантов и отразили штурм ДРГ. Украинские военные на южных рубежах обороны нанесли российским войскам существенные потери в живой силе, а также отбили попытку нападения вражеской диверсионно-разведывательной группы. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на данные оперативного командования Юг. Так. Российская ДРГ пыталась захватить наблюдательный пост ВСУ в Херсонской области, однако была подавлена, минометным огнем и сорвано. При этом нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями было точно выполнено более сотни огневых задач. Как следствие, общие потери врага за сутки составляют 122 рашиста, рассказали военные. Также в и Юг отметили, что кроме подбитых рано утром в понедельник двух российских десантно-штурмовых катеров, бойцы ВСУ также уничтожили еще несколько единиц бронированной и автомобильной техники, а также ударный беспилотник-разведчик типа «Форпост», который пытался с моря зайти в Одессу. Сообщается, что в течение минувших суток войска РФ, закрепившись на оборонных позициях, не вели активных действий в Херсонской и Николаевской областях. Однако город Николаев и близлежащие районы были обстреляны врагом с применением реактивных систем залпового огня, под атаки попали объекты промышленности. К счастью, обошлось без жертв. Ранее сообщалось, что украинские военные сбили за день 8 российских беспилотников, 7 БПЛА типа Орлан 10 и 1 БПЛА типа Фарпост. Полномасштабная война РФ против Украины длится 68 дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция в текстовом онлайне РБК Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм. Победа будет за нами. Слава Украине!